Сегодня дала старт 18-я международная олимпиада «Интеллект». На олимпиаде «Интеллект» приняло участие свыше 70 тысяч школьников из 19 стран мира. Дети выполняют задания на проявление своих интеллектуальных способностей, что, как правило, не требуется в школах. Мы призываем всех школьников таким образом к тому, чтобы развивать свои интеллектуальные способности, что на сегодняшний день является трендом во всем мире. Уже второй раз участвую в этой олимпиаде. Первый раз было для меня совершенно чем-то новым. Еще можно много чего поделать. Например, познакомиться с новыми ребятами, там, пообщаться со своими старыми товарищами или поучаствовать в каких-то там развлекательных программах разного рода. Этот день я, наверное, буду вспоминать долго, как такой свой триумф среди олимпиад. Сегодня я стала абсолютным победителем в 18-й международной олимпиаде «Интеллект». Мы награждаем золотого победителя отдыхом на курорте Форте Вилледж на 4 дня вместе с родителями. Очень важно участвовать в таких олимпиадах, потому что ты можешь проявить свои интеллектуальные знания, свою выдержку, ты можешь завести новых друзей, которые в дальнейшем помогут тебе в жизни. Олимпиада «Интеллект» — это очень яркое событие для всех учеников не только Мановской школы, но и для всех учеников нашей страны, других стран, потому что это международная олимпиада. Могу сказать, что все на высшем уровне, как и организация, так и задания. Так что я желаю этой олимпиаде процветания. Для того, чтобы дети могли себя проявить в будущем, вот для этого нужны вот такие олимпиады. Уже сейчас в школьном возрасте сказали: «Да, я успешный человек».